Если в этом году кому-то не удастся попасть на море, то море придет само. Около дома номер 9 по заводской «Царство воды» появляется здесь регулярно и систематически. Чем выше столбик термометра, тем сильнее угроза подтопления дома. Это приводит к тому, что у нас вода эта попадает в подвал. Были прорывы труб большого диаметра внутри подвала. Были прорывы труб вот в этом месте, здесь как раз заходят трубы от ТЭЦ. Учитывая, что здесь пролегают важные инженерные коммуникации, а самому дому более 40 лет, то беспокойство жителей вполне обосновано. Тем более, что ливневой канализации здесь не предусмотрено. А это уже другой двор. Между домами 24 и 28 по Задорожной этот участок неоднократно становился героем наших сюжетов. И по той же причине. Водоем себя не жалеет, раскинулся аж на 3 дома, чтобы всем хватило. Ситуация с подтоплением продолжается несколько лет. И недавний ремонт междворовой дороги проблему не решил. Когда асфальт делали, видно, не учли все. Качество работы. Так что надо привлекать других застройщиков. Как не ремонтировали, ничего у них не получается. Вот как чуть что, только вода, все. Как нам сообщили в администрации, ливневая канализация на балансе города не числится и является бесхозной. Поэтому прежде чем выяснять и решать причину появления подтоплений, необходимо провести инвентаризацию, подчеркивают чиновники. Известно, что в апреле городская администрация объявит конкурс на право технического обследования ливневки. Заключение подрядчика о состоянии коммуникации предварительно ожидается в сентябре, после чего ливневую канализацию город планирует принимать на баланс. Эта процедура займет не меньше года.